Уголок Татарстана на Алтае. В минувшее воскресенье особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» стала местом притяжения сотен гостей. Там с размахом прошел татарский национальный праздник «Сабантуй». Он символизирует завершение весенних полевых работ. По традиции посетители мероприятия на территории татарского подворья познакомились с обычаями тюркского этноса, его культурными и гастрономическими особенностями. Так, на Сабантуй из Татарстана привезли казан на 5000 порций плова. Отметим, что праздник посетили президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, председатель правительства Республики Алтай Александр Бердников и в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В ходе рабочей встречи руководители регионов оценили потенциал особой экономической зоны и обсудили перспективы сотрудничества. Ну, я думаю, много